Всем привет! Сегодня мы готовим быстрый салат Цезарь. И для этого нам понадобится курица, листья салата, помидоры черри, сыр пармезан, чеснок, майонез, сухарики, плита газовая, спички, то есть все, что надо. Для начала выдавим чеснок в нашу миску. То есть сделаем так. Выдавливаем майонез, удаляем чеснок. Совсем немного. Ничего не попало. Так, также трем наш сыр в наш соус немного сыра. Сыр пармезан настоящий. Не знаю, оригинальный или нет, но в принципе это не важно. Втираем. Пармезан. Так. Этого количества будет достаточно. Сыр нам еще пригодится. И, соответственно, перемешиваем все. Чеснок, сыр. И майонез. Все, соус будет настаиваться. Мы тем временем занимаемся курицей. Сначала разогреем газ. Включим газ. И порежем курицу напополам. Также нужен соль и перец, без них не будет. Больше ничего не нужно. То есть я взял куриное филе, отрезаем малые части, убираем лишние пленки. Собственно, вот такие вот у нас небольшие филешки получаются. И саму большую грудку режем напополам вдоль. Так, и еще одну. Эту курицу мы будем жарить. Лучше жарить ее целиком, так мясо будет намного сочнее. Посолим немножко. С одной стороны поперчим. Да, что ж такое? Стоило только потрясти, и все заработало. Ну да, прямо сказал. Ладно. Переворачиваем. И солим с другой стороны.
включим. Сейчас мало не более. Много тоже. Вот. Солью борщить не надо. Наверное, больше оборотов лишних сделать, чем мне поперчилось. Ладно, не суть. Посолим. Совсем немного. Да, кстати, надо чуть-чуть посолить наш соус. Идем обжариваться грудка. Обжарится она довольно-таки быстро, потому что масло очень горячее. Это нам на руку. Быстренько с двух сторон пожарим. Крепости. По идее, нам нужна золотистая корочка. Так она будет вкуснее. Ну что же это получится, не знаю. Именно та золотистая корочка, которая нам не нужна. Вот, смотрите сами. Еще один кусок. Курицу мы пожарили, я камеру включал, чтобы не было слышно этого треска, шипения и так далее. Для листьев салата мы использовали обычные, не айсберг и никакие другие названия. Получается, они хрустящие и довольно-таки вкусные. Рубим их как получится, в принципе, не важно. Конечно, я брал листья помоложе, потому что, ну, они повкуснее будут. Так. И еще небольшой листочек. Ну, этого нам будет достаточно. Возьмем помидорки черри. Порежем их пополам. Так, этого будет достаточно. На четверть не хочу делать. Лучше пополам. Так будет вкуснее. Помидоров много не бывает. Почти все. Добавляем сухариков. Некоторое количество падает, но это не важно. И заправку. Соус Цезарь. Ну или как вам можно. Можно и по-другому его назвать, но это, в принципе, не важно. Перемешиваем.
еще, как это мало. Листья салата очень хорошо впитают в себя майонез, соус, поэтому не будет лишними делать побольше. Перемешиваем. Перемешиваем. Ну, примерно все распределили. Теперь берем курицу и нарежем ее. Горячая еще. На небольшие кусочки. Курица у нас прожарилась, конечно же. И она достаточно сочная. Даже идет пар немного. Так, курицу и еще курицу, так как мне кажется этого мало, добавим еще. Горячая. По идее ей надо остыть, но время не терпит. Это уже какая-то менее красивая получилась, но тем не менее. И сейчас тонкими кусочками нарезаем все пармезан. Лучше это сделать овощечисткой. Так. С пармезаном все равно все будет вкуснее. Так, этого достаточно будет. Курицы у нас хватит. И настало время пробовать. Перемешиваем еще дополнительно снова. И пробуем. Вот такое блюдо получилось. Получилось очень-очень вкусно. Немного чеснока, то есть он добавляет свой оттенок. Ладно, всем, кто захочет приготовить также этот салат, отпишитесь в комментариях, мне интересно. Если сделайте также по моему рецепту, очень простому, напишите, вкусно ли получилось. Ладно, вот такой вот салат Цезарь. Всем спасибо, всем пока.